Вайхи бешарах пареесаом. И было, когда фараон отпустил народ, вэгэйнохомэгэйхим дэрэх эрэц плиштим. Бог не вел народ по дороге земли филистимлян, кикореву, потому что он близок. Киомарэгэйхим, потому что Бог сказал, пэньенохэмэом, как бы не передумал народ, бирей самэухому, если они увидят войну, вэшову митроему, и они вернутся в Египет. Интересно. У Бога есть много возможностей, точнее, его возможности безграничны. То что это значит? Бог не вел их по пути через филистимлян, но как? Ваясев Элогим повернул Бог и Саом народ Дерахамидбор по дороге в пустыне Ямсу, в направлении Ямсу, вахамушим и вооруженные, Олувны и Исроил поднялись сыны Израиля, мера с Митроем и земли египетской. Так он их не повел по побережью Средиземного моря, что это самая близкая дорога в землю из Египта в землю Израиля. Потому что есть опасение, что они увидят войну и захотят вернуться в Египет. И он повел их через пустыню дорогой вокруг. Скажите, как мы уже сказали, возможности Бога безграничны. Так Бог сделает, чтобы не было войны. Пусть Бог сделает, что даже увидит войну, чтобы не испугались. А? Говорят об этом очень просто. Основной стержень, вокруг чего, ради чего Бог создал мир, и вокруг чего крутится мир, это выбор человека. И поэтому обычно Бог выбор человека не вмешивается. Бог меняет условия. Война может быть, и в этот выбор Бог, выбор тех народов, которые хотят воевать с евреями, Бог не захотел вмешиваться. Тоже выбор евреев, чтобы они не захотели вернуться в Египет, Бог тоже не захотел вмешиваться, но изменил условия. Когда они идут по пустыне, во-первых, меньше веры, они дальше от Египта, и желание вернуться в Египет меньше, аппетит меньше. Вообще это большое правило. Бог не забирает выбор у человека, но меняет условия выбора. Бывают разные ситуации. «Вайках Мейше эсас Мейси сейви Мей». Мейше взял кости Иосифа с собой. «Яшбея ишбея», потому что заклял Эзне Исроил, сынов Израиля, и мир говоря. «Покейдив кейдел им эсхэм», «Вспомнит, Бог вспомнит вас». «Валисэм эсас Мейсай мизе итхэм». И поднимите мои кости отсюда с вами. Так Моше взял кости Иосифа. Ваисум и сукей сваяхану ваисом бихцей хамидбор. Они выехали из Суккот, расположили свойцом в конце пустыни. Вадиной Абок и рыхлифнеем идет перед ними еймом днем. Баамудонон в столбе облака ланхайсом хадерех. Вести их в дороге, вырайла ночью, бамудыш, столбом огня, лаирваем, светить им. Лореха, чтобы они шли, емом вырайла и днем, и ночью. То есть днем шел перед ними столб, облачный столб, а ночью огненный столб. Гайомиш не убирал, Бог, амуды он емом, столб облака днем, бамудыш лойла, и столб огня ночи, лифны он перед народом. Бог это не убирал. Байдабиадиной омишел и мер, говорил Бог Моше, говоря. Дабир говорил в Неисроил сынам Израиля, в Йошуа, что они вернулись, в Яхану и расположились, лифны перед Пиа Хирис. Слово Хирот – это свобода. И там были две скалы, между ними проход. Между ними низменность, так это Пиа Хирот. Евреи стали там свободными. Бей Мигдей Губей Найом,
между башней и между морем. Лифней перед Балцфейн, был такой Идо Балцфон, Нихосахану, напротив него, него расположитесь, Алайом, возле моря. То есть, чтобы евреи немножко вернулись обратно. И что это сделает? Пома парей Лифней Исраил. Фараон скажет про сынов Израиля, Невухи мей Баорец. Они заблудились в стране. Согар алеем амидбор. Пустыня закрыла их. Они не знают, где идти. И тогда в Хизактия своей в пары я укреплю сердце фараона в родав Ахареем, будет гнаться за ними. В Икабдобе фары я буду иметь почет от фараона в Хоухейле и во всей его армии. В Йоду Митраим Египет будет знать, что они одвиной, что я Бог. Боясухейн, они так сделали. То есть, это было для евреев испытание. Они были в рабстве, под игом египтян, их мучили. И они наконец-то вышли. А теперь они, и Моше им говорит, вернуться в противоположном направлении. А, так это было им непросто выполнить приказ Моше. Но они, раз Моше сказал, они делают. Баюгадра мерех Мицраим киворахо ум. Было рассказано царю Египта, что народ убежал, боев их. Перевернулось, рубав пары в Абодобе Элоом, сердце фараона и его рабов о народе. То есть они же решили, и не просто решили, из-за тяжелых обстоятельств, выпустить, не просто выпустить, а выгнать еврейский народ. А тут перевернулись мысли и фараона, и народа. Ваимру сказали, маза и сосина, что это мы сделали? Кишилахнас Исраил мы овдыну. Мы отпустили евреев от того, что они нам служат. Интересно, как будто это они просто так, без никаких причин, решили их выпустить. А? Видите, как человек, как люди забывают. Ваесер Эсрилбей запряг свою карету, весь амей народ его в своих руках имей взял с собой. Ваикар взял 6 мейцрехов бохор, 600 избранных карет, вехил рехов Мицроим и все кареты Египта. Вышел Ишима Укугай и офицеры над всеми. И все-таки после тех ударов, что он получил, так фараон колебался. Выйти на войну, не выйти. Так Байхазей Кадиной, Бог укрепил Эсрей в пары Мелах Мицраим, сердце фараона царя египетского, Ваирдей погнался, а Харибн Исраил за сынами Израиля. Увны Исраил, а сыны Израиля, Ейцин выходит, бьет Рома с поднятой рукой. Не как убегающие рабы, а как свободные люди с поднятой рукой. Ваидефу Митраим Ахарейхем, погнались египет за ними. Ваясигу Эйсом, погнались египтяне за ними. Ваясигу Эйсом, настигли Ханималайом. Они располагаются у моря. Колсус рехов пары. Все кони, кареты фараона, у фарошо бхилы, и всадники, и армия его, а у пиахирис, возле пиахирисов, не перед Балцфейн, перед идолом Балцфон. У фары и крив, а фары приблизился. Ваисуб на Исраиле с Инеем, подняли сыны Израиля свои глаза, вейней Мицраим на Исея Ахареем. Вот Египет едет за ними. Интересно, то написано Египет в единственном числе. А так Раши говорит, что когда весь народ как один, когда есть единство, это сила. Так когда Египет как один едет, это сила, это опасность. Ваирумей очень испугались, ваицакувны и соила ладиной. Закричали сыны Израиля к Богу. Михилте написано, что было несколько групп. Видите,
группа одна кричала к Богу. Теперь, была группа Ваемру и Меша, сказали к Меше. А мы блин говорим бы Мицраим. Нет могил в Египте, как тону ломус бамидбор. Ты взял нас умереть в пустыне. Мазыса Сисалону, что ты нам сделал? Рейциону мимитроим. А вывести нас из Египта. А Лизе Адобор, это же то слово. А Шадибарну и Рехоба Мицраим. Мы говорили тебе в Египте. Хадал, Ример говоря, хадал мимену, оставь нас. Венавдуя с Мицроим. И мы будем слушать Египту. Китей врону, а выйдя с Мицраим, лучше нам служить Египту, мимо сына Бамидбар, чем чтобы умереть в пустыне. Как говорят, из двух зол выбирают меньше. Лучше служить Египту, чем умирать в пустыне. А? Так зачем ты нас вывел? Во имя Мейше Ром, сказал Моше к народу, аутироу, не бойтесь, и сяцву, стойте, уэс Ешуа с одиной, и смотрите помощь Бога, аше ясе лохэм хаим, что делает вам сегодня, ки потому что, ашер и семес митца и маеим, то, что вы видели Египет сегодня, рейсе сифоли, рейсе мейт, вы больше их не будете видеть, адиром навеки. Одиной и лохем, лохем. Бог будет воевать за вас. Ваатем тахаришун. А вы молчите. Даршаним говорят, когда человек молчит, когда надо молчать, скажем, бекнесет, не говорить просто так, не болтать. Так. Бог будет воевать за вас, если вы будете молчать, когда надо молчать. Во имя Адиной Меше, сказал Бог Меше, маты цак и ой, что ты кричишь ко мне? Значит, что ты кричишь ко мне? Раши говорит, что Моше молился Богу. Что ты кричишь ко мне? Сейчас время долго молиться? Да. Да берем на Исою, говори к сынам Израилева и Исою, чтобы они ехали. Надо это понять. Что значит, что ты кричишь ко мне? Когда евреи в беде. Что делают, когда евреи в беде? Молятся. Пока, до какого момента? Пока слышат, у Моше была такая возможность, слышат от Бога, твоя моя молитва принята, все будет хорошо. До этого момента молятся. А тут Бог говорит, Моше, что ты кричишь ко мне? Что ты так долго молишься? Сейчас не время молиться. А время чего? Раб Хаим из Воложина говорит так. Конечно, молитва это имеет могучую силу. Но есть что-то, что сильнее молитвы. Что? Вот сейчас, когда Бог скажет евреям, чтобы они вошли в море, и евреи войдут в море, веря и полагаясь на Бога, что море разойдется, это сильнее, чем молитва. Они проявляют свою веру в действии. И тогда море разойдется перед ними. Молитва тут недостаточно. Нужно, чтобы евреи вошли в море, поверив в то, что Бог говорит, что море превратится в сушу, и тогда... Когда у них есть такая вера, море разойдется. Так видите, есть что-то, что сильнее молитвы. У евреев тут войти в море, полагаясь на слава Бога, что море превратится в сушу. А то ремес матхо, ты подними твой жезл, он и ты с йотхо, и распрости твою руку огоем над морем, увко ию, разверзни его, что он разошелся. Но я выявный строю. И войдут сыны Израиля, без их хайом внутри моря Баябошу в сушу. Вани, а я, и не махазык эсрейв Мицраим, я укреплю сердце Египта, воевую Ахареем, они войдут за ними. Это тоже было чудо, что Египет зашел за ними. Было чудо, что море разошлось, и стало суша, и было чудо, что египтяне вошли за евреями в море. Я буду иметь почет
от фараона и от всей его армии, Берилби от его кареты, у Фарошева от его всадников. В ее думе Цраимки они одиной. Египет будет знать, что я Бог. Бейкобди бы фары, когда я имею, буду иметь почет фараоны, Берилби кареты его, у Фарошева его всадников. Баиса поехал Малаху Элохим, ангел Бога, Ахилех Лифней Махане Исраил, который шел перед лагерем Израиля, Ваелех пошел Мяхареем за ними, Ваиса поехал Амуды Онон Мипнеем, столб облака, который был спереди них, Ваямит стал Мяхареем за ними. То есть так, всегда, когда приходила ночь, то столб, облачный столб уходил, а огненный столб приходил. А сейчас облачный столб не ушел, а просто он поменял место. Ночью огненный столб был перед евреями, а облачный столб, боевый он пришел, бей маханы Мицраим, между лагерем Египта, увей маханы Исраил, и между лагерем Израиля. Ваей он беахейшах. Был облако и темнота для египтян, воюя Расалойла, и осветил ночь для евреев. Велый Корав не приблизился, зел один, этот к этому Коалойла всю ночь. То есть еврейский лагерь, еврейский стан, египетский стан. То есть, а облако было между ними, и если египтяне бросали камни, стрелы, так это облако принимало. Облако между ними разделяло. Ваейт Миша с Йоды Галайом. Моше распростер свою руку над морем. Ваейлах Адиной повел Бог Исаем море. Беруах Кодим Азо. Восточным ветром могучим. Кол Алайло всю ночь. Ваейлах Исаем Лехарово. Превратил море, море в сушу. Ваейбоку Амоим. Воды разошлись. Ваеопию в Неисрою, вошли сыны Израиля, Бесейха Йом Баябошо, внутри моря в сушу, Ваамаим Лоэм Хеймо, а вода была у них как крепость, Мимином, Умисмилом, справа и слева. Тут написано, сыны Израиля вошли внутри моря в сушу. Медраш Аба спрашивает, если в море, то как написано в сушу? А если в сушу, как написано в море? Так Мидраш Раба говорит, на это отвечает, что они вошли в море до носа, и тогда море разошлось перед ними. То есть ответ Мидраш Раба такой. Они вошли в море, а море превратилось в тогда в сушу. Они вошли в море. И когда они вошли в море, море превратилось в сушу. Так, до какого уровня они вошли? Медраш написано до носа. Откуда Медраш это взял? Я понимаю так, что Медраш понимает, что человек должен делать то, что в его силах и возможностях. И когда человек делает то, что он может, приходит помощь от Бога. До какого уровня можно войти в воду и остаться живым? Человек дышать должен? Должен. Чтобы жить. Но скажите, кто сказал, что надо дышать ртом? Можно дышать носом. То есть максимум, что человек может войти в воду и остаться живым, продолжать дышать, это до носа. Другими словами, Медраш Раба понимает, что человек должен делать максимум, что он может. И тогда приходит помощь Бога. Как видно из Мехилты, из Гемары, не все евреи вошли в море. Часть евреев вошли, это была заслуга для всех.
Одно из мнений, что это вошел Нахшон бен Аминадав, князь Иуда и колено Иуда. И приводится на это «Хойсо Иуда лекотчей». Иуда был святым для Бога. И этим Иуда заслужил царство, что они первые вошли в море. И они вошли в море, когда это еще было морем. А когда они вошли, море превратилось в сушу. И именно это привело, именно благодаря этому море превратилось в сушу, то, что часть евреев вошли в море. Ваедефу Митраим, Ваявия Ахареем, погнался Египет и вошли за ними. Келсу с парой, все кони фараона, рихбе у фарошев, кареты и всадники, элты хайом, внутри моря. Как это они вошли? Что они не знали, что тут море? Очень просто. Они видят, евреи идут туда. Они сказали так. Это раз это суша, и евреи могут туда войти, это суша сейчас. Ну, мы тоже войдем. Было бы у них понимание, они бы поняли. Евреям Бог делает чудо, а мы? А нам Бог тоже сделает чудо. Но тут написано, что это Бог укрепил их сердце. Написано раньше. Ваива Ашмера Сабекер. Было в смене утра. То есть три части ночи. Ночь делится на три части. И та часть, которая ближе к утру. Ваяшки Вадино и Омахана и Митраим. Бог посмотрел к лагерю Египта. Бамудейш Веонан. Столб огня и облака. Ваяхом. Привел в растерянность из Маханы и Митроим, лагерь Египта. Столб облака делает это как глина, а столб огня делает его горячим. И их копыта скользят. Поем растерянность из Маханы и Митроим. Боёс он снял из сейфа марквейсов, колеса их карет, байнагею бихвейдус. Он вел их с тяжестью. Все, что Бог ведет, Он ведет мера за меру. Тут написано «биквидус», с тяжестью, так? Так написано «ваял бит либей», Он сделал тяжелым свое сердце. Тоже выражение «ваял бит». То, что человек делает, ему возвращается. «Ваейма Митраим», сказал Египет, «онусо мипне Исраил», «я убегу от Израиля». Киадиной, потому что Бог не ухом лохем бы Митроим, воюет за них с Египтом. Во имя Адиной я умеше. Так они сказали, я убегу, но скажите, так как колеса Бог убрал, и они еле-еле что-то двигались, без кареты, без колес. Понимаете, как она двигается? Тащит ее чуть-чуть. Так сказал Бог Мише, не ты я съед хагаем, распласти твою руку над морем, в Йошува Амаим Аумитраим, воды вернутся над Египтом, а урил бы на его кареты, и Валпорошу бы на всадников. Воейт распластил Мише съед и свою руку хагаем над морем, Ваёша ваём, вернулась в море, лифнейс бейкер, поворот утра, то есть к входу утра, рейсонный к своей силе. У Мицраим, а Египет, но симли кросы, бегут навстречу ему. Война эйра диной, Бог перемешал с Мицраим Египет, без их айом внутри моря. Ваяшу ваамаим, вернулись воды, ваихасу покрыли, эсорехэ бесапорошим, кареты и всадники, хил-хил пары, всю армию фараона, обои махареем боем, которые вошли за ними в море. Гниша боем адехот, не осталось от них до одного. Овны Исраил, а сыны Израиля, хоуху ваябошу, шли по суше бесехаем, внутри моря. Вамаем гаем хеймо, а вода у них крепкая, как крепость,
мимином и мисмилом, справа и слева. Есть очень интересный пшат от имени Агро из Вильны на это. Есть тут два предложения. И как будто они очень похожи одно на другое. Там написано, евреи вошли внутри моря в сушу, а вода им как крепость справа и слева. А тут написано, а сыны Израиля шли по суше внутри моря. И то же самое выражение, вода у них как крепость справа и слева. А? В чем, для чего это, как будто повторение. А Гройзвёна говорит так, что есть то, были две группы евреев. Была группа, там же написано, они вошли внутри моря в сушу. Знаешь, куда они вошли? Внутри моря. И когда они вошли, море превратилось в сушу. А тут написано по-другому. А сыны Израиля шли по суше внутри моря. Это уже вторая группа. Вторая группа, она шла по суше внутри моря. Она шла по суше там, где когда-то было море. И интересно, что есть еще несколько тонкостей. Одно из них я упомяну. Про тех евреев. Это две группы евреев. Одна вошла в море, и там море превратилось в сушу. А другая группа, как говорится, пришли уже на готовое. Когда уже море превратилось в сушу, они по ней шли. Интересно, тут про ту группу написано, они вошли. Они вошли. Понятно? Они вошли из территории одного типа в территорию другого типа. Они вошли из суши в море. Это первая группа, которые вошли в море, когда оно еще было морем. Как сказать, бросились в море самоотверженностью, полагаясь на Бога. А про другую группу не написано «вошли». Написано «шли». Шли и продолжали идти. И про вторую группу написано, они шли по суше внутри моря. По суше, где до этого было море. Они уже шли по суше. Это две разные группы евреев. Ваейша одиной помог Бог Баимау в тот день, если строил Израилю, мияд Мицроим от руки Египта. Ваяр Исроил с Мицраим, Израиль увидел Египет, мес умершим, а с фасаем на берегу моря. Раши говорит, на берегу моря имеется в виду египтян. То есть море выбросило их. Были евреи, которые могли сказать так. Мы поднялись с этой стороны, а египтяне, они поднялись с другой стороны. И могут продолжать их бояться. Так Бог выбросил мертвых египтян на сушу, и евреи их узнавали. Этот был насмотрщиком у меня, этот там у соседа, а этот египтян мучил евреев. Они увидели умерших египтян, где они их увидели? На берегу моря. Море выбросило их. Ваяр Исраил увидел Израиль, эсайода гдеро, великую руку, ашиасу адиной бамицраим, что Бог сделал в Египте с египтянами. Ваиро омес адиной, народ забоялся Бога, ваяамину бадиной, верили в Бога, умеша авды, умеша его раба. Скажите, они... Написано тут, что они поверили в Бога и в Мейше его раба. А до этого они не верили. Во-первых, они уже видели 10 казней, и это укрепило их веру. И еще до 10 казней написано, что когда Моше и Аарон пришли к евреям их старейшим, написано, народ верил. Ну, что же написано, поверили в Бога? Очень просто. Вера им в Бога имеет много разных уровней.
насколько человек верит. И это большая разница между разными людьми и разные уровни. Так тут, когда они увидели, как Бог потопил египтян и спас евреев, увидели все это грандиозное событие, то их вера в Бога поднялась на совершенно другой уровень. И относительно этого уровня, то, что они верили раньше, это не тот уровень. Вере в Бога есть много уровней. Уровни, которые они достигли тогда, был очень высоким. Оз Йошир Мейше Увны Исраил. Тогда запели Моше и сыны Израиля, Сашир Азиз Гадиной, эту песню перед Богом. Ваем Рогаима сказали, так говоря, Оширо Гадиной, я буду петь перед Богом, Киго и Го, он возгордился над гордым. Сус Верейхови, коня и всадника, Рома Ваем, он бросил в море. То есть обычно в войнах воюет всадником или воюет, наоборот, с конем. А тут Бог коня вместе с всадником бросил в море. О, зивы земрос, я. Моя сила и моя хвала – это Бог. Мои ли решу, он был мне в помощь. Зейли веанвею. Это Бог. Веанвею. Раши приводит несколько смыслов. Построи ему для него жилище. И есть еще ванвею, украшу его. Элей ови, Бог моего отца, варим имена, возвеличу его. То есть, когда по переводу я украшу его, значит, когда еврей делает мицву, надо делать мицву в красивой форме. Это важно. Адиной Ишмилхомо. Бог хозяин войны. Адиной Ишмей. Бог его имя. Марквей Спарей Бехелей Йоровайом. Кареты фараона и армии его бросил в море. Умив Харшолишов. Избранные офицеры тубо потонули в Ямсов. Вот эта песня, что мы сейчас говорим, одна из нескольких песен, которые есть в Торе. В Торе, в Танахе. Тегеймейси хасьюма. Бездны покрыли их. Йордовым цейлес. Они спустились в бездны к мейовен, как камень. Жесть, как камень, быстро. Емин хоадиной, неадори бакеях. Твоя правая рука, могучая силой, Емельхо Адиноев, твоя правая рука, тираться ей, сломывает врага. Увреев Геинхо, с величием твоей силы, Таарис Комехо, ты ромаешь те, кто встают против тебя. Ну, а кто встает против тебя? Те, кто встают против еврейского народа, они встают против Бога. Чалах Арейнхо посылает свой гнев, ей хреме, сжигает их, как каш, как солому. Уверуах Апехо, дыновением твоих ноздрей, это в Торе все выражают поэтически и выражают в форме, чтобы вы могли понять. Как бы мы сказали про человека? У Бога нет ни руки, ни носа. Но Тора, который говорит с человеком, с людьми, объясняет это в той форме, как бы мы выразились про человека. Дуновением твоих ноздрей, нерму маем, застыли воды. Ницвук мейнейт, встали, как крепостная стена, низлим текучие.
кофу замерзли твоим из бездны, было в ем, в сердце моря. Омар Иеев, что враг сказал, Эрдейв, погонюсь, настигну, ахалик шолов, разделю добычу. Интересно, Раши приводит, что как он уговорил египтян гнаться за евреями, он говорит, я с вами буду вести себя справедливо. Обычно царь не идет передовой, он идет сзади. Солдаты идут вперед. А когда приходит к делению добычи, царь берет первым, что он хочет. Говорит, я с вами поведу по-другому. Я пойду в передовую вместе со всеми, а когда будем делить добычу, разделим по-честному, справедливо. И фараон так это выполнил, он так и... Написано, фараон приблизился, пошел из первых. Тут тоже, видите, ахалык шел, разделю добычу. Царь и египтяне, так они планировали. Тимрой мей навши, наполнится от них моя душа. Орик харби, обнажу мой меч. Терешей мей яды, уничтожит их моя рука. А что произошло? Но шафтовый рухахо, ты подунул твоим ветром, кисом ием, море их покрыло. Цалалука и ферес, они потонули, как свинец, бымаем в воде. Кто? Адыри, могучие. Кто? Египтяне. Интересно. Тут есть три сравнения. Тут мы читаем, они потонули, как свинец. И мы читали, как камень. И как солома, правильно? Тонуть в воде – это то же самое? Солома, камень и свинец? Или нет? Конечно, нет. Свинец очень тяжелый, он тонет быстрее. Камень медленнее, а солома – вверх-вниз, вверх-вниз. Так приводится, что египтяне были же разные. Все были... все мучили евреев. Но вопрос, в какой мере? Насколько? Так Бог судил каждого соответственно его поведению. Как говорится, самые лучшие из этих негодяев египтян, которые мучили меньше всех, они меньше всего мучились. Они потонули, как свинец, имели мало мучений. Средний египтянин, который мучил, как говорится, по-среднему, так он тонул, как камень. Мучился, но не средний. А те, которые мучили больше, были как солома. Вверх-вниз, вверх-вниз. И Бог дал им силу переносить эти страдания и страдать. Видите, в Египте тут видно, что они страдали по-разному. Вообще, даже когда приходит что-то на весь мир, страдания, так они тоже, у Бога есть расчеты на каждого тоже. Основная линия у Бога – это мера за меру. Михо, михо, кто как ты, боилим из сильных одиной Бог? Михо, михо, кто как ты, неэдор, могучий бакидер святости? Нейросилы, страшно хвалить Бога. Исефер, он делает удивительные вещи. То есть, хвалить Бога – это опасное дело, потому что, что мы будем говорить, это будет не подходить и будет меньше того, что надо было говорить. Но ты, Соеминхо, ты поднял твою правую руку, ты во имя Орец. Земля их проглотила. Видите? Земля их проглотила, то есть они заслужили, чтобы они были похоронены в земле. Почему? На все есть расчет. Помните, фараон сказал, Бог справедлив, Ашем Ацадик, помните? Так за это они заслужили быть похоронены в земле. Но хисове хаздохо, ты вел твоим добром, амзуго ута, народ, который ты избавил, вывел. Но я у тебя осхо, ты вел его своим могуществом, и он и вейкот шехо,
твоему святому жилищу. То есть был, изначально был план построить храм. Шому амим ергозун. Услышали народы, содрогнулись. Хилохас. Трепет охватил. Ешь вы пошас. Жители Филистимии. Оз. Не могу, тогда растерялись. А гуфи эдем. Князья дома. Эйлы Меов, сильный Моава, то есть тоже князи Моава, и Хазей Мироат, охватила их дрожь. Но Мейго растаяли, кел ешвы их Ноан, все жители Хнан. Они же знали, они слышали, что евреи приходят, придут занять их землю. Типел Ареем Эймосова Фахат. Падает на них Эймо, страх, о Фахат тоже страх. А в чем разница? В чем разница эймо и между пахот? Раши говорит так. Эймо – это на далеких, а пахот – на близких. Бигдил зреяхо, величием твое могущество, твои силы, идму, будут молчать ковен, как камень. Ад я верам хуады, ной, пока пройдет твой народ Бог, ад я вера, пока пройдет амзукониса, народ, который ты приобрел. Я вспоминаю, Рабхаим Шмулевич зацал, говорил об этом. Смотрите, тут написано, что все народы, когда услышали об этих событиях у моря, содрогнулись. И есть мидраш, что те, которые присутствовали, были там евреи, то приводится так, что рабыня, которая была у моря, видела величие Бога больше, чем видел великий пророк Ехескел. Рав Хаим Шмулевич задавал вопрос. Скажите, а кто духовно выше? Рабыня или пророк Ехескел? Кто выше? Понятно, что пророк Ехескел. А почему? Очень просто. То, что человек видит, великие события, чудеса, величие Бога, все это величественно. Но то, что человек видит, приходит и уходит. Не остается, не становится частью его. Как мы видим тут, вот эти народы, князья дома, растерялись, правильно? И князья Моава тоже. И все жители Кнаана. А когда евреи подошли ближе к границам, Эдом разрешил им пройти? Нет. Они содрогнулись на какой-то момент, а потом... Постарались об этом забыть. Это удивительно. То, что человек видит, если он не приводит это к сердцу, остается. И то, что он видел, это одно, а то, что у него внутри, это другое. Это в каждом поколении так. Если человек не приводит то, что он знает, к сердцу, это на него может совершенно не влиять. Известно, что во время шестидневной войны многие солдаты, были там большие чудеса, это было неестественно, и многие солдаты, которые воевали в этой войне, рассказывали о чудесах, которые они видели. И война шла совершенно неестественно. С другой стороны, большинство, и может быть даже подавляющее большинство этих солдат, это не привело их к изменению своего образа жизни и чтобы они начали соблюдать заповеди. То, что человек видит пока, он это не обращает к сердцу.
и не работает над этим, ничего не меняется. То же самое, та же рабыня, которая видела величественные события, величие Бога, как Ямсов разошелся, осталась той же рабыней. Пророк Йехезкел, каждую ступень, что он поднимался, он серьезно работал над собой, над своими внутренними силами, над своими чувствами, над своими действиями. И как он шел и поднимался, как по лестнице, ступенька за ступенькой, пока он достиг своего уровня. И уровень, который он достиг, это его внутренний уровень. А рабыня, она получила как подарок. Подарок приходит и уходит. Тве имя. Это надо помнить, что основное – это работа над собой. А то, что человек видит, он видит хорошо, это дает ему повод и силы работать над собой. Но основное – это учеба и работа над собой. Привести все к сердцу его, к сердцу своему, что он собирается делать, как работать над собой. Тве имя, что ты их приведешь в это имя и посадишь барна холосхо, в горе твоего наследства, мохен лешивцехо. Место для, как стул, место для твоего нахождения, паут адиной ты сделал Бог, мигдош адиной, храм Бог, кинену основали йодехо твои руки. Адиной имрейх и вом воэд. Бог будет царствовать навеки. Киво, потому что пришел Сус пары, кони фараона, брилбы у фарошев, с корецами, всадниками воем в море, воеши водиной алеем, Бог вернул на них эсмеяем, воды моря, увны и строила сыны Израиля, оуховая Божь обесехаем, шли по суше внутри моря. Ватиках Мирьям Аневио, взяла пророчица Мирьям, Ахис Аарин, сестра Аарона, Эсатив Биода, барабан в своей ее руке. Ватийци Эно Кхованошим, вышли все женщины Ахарео за ней, Бесупим, с барабанами, Вимхилес и танцами. Ватанвая Мирьям, говорила им Мирьям, Широ Адиной, пойте перед Богом, Киго и Го, он гордился над гордым. Сусва рыхвы, коня и всадника, Рому воем он бросил в море. Ну, у нас осталось еще немножко времени, и всю главу, к сожалению, мы не успеваем. Так давайте немножко разберем про чудо мана, который Бог послал. Когда евреи пришли пустыню Син, это был 15-й день второго месяца, 15-го ияра, то еду, хлеб, который они взяли с собой в дорогу, кончился. И тогда они жаловались, жаловались на это. Так на их жалобу Бог отвечает. Я читаю четвертое предложение 16 главы. «Во имя Радиной Омейша». Сказал Бог Мейша, и не мамтир вохем, я спускаю вам, рехем и нашумуем, хлеб с неба. Вы отцо ом беракту, выйдет народ и будет собирать двор ейм бе ейме, то, что нужно на каждый день и в этот день. Ремана на сену, чтобы я его испытал, а ерех бы сироси имрей, пойдет ли ему по ему учению или нет. Это было непростое испытание. Каждый день должны были собрать на этот день, и как написано дальше, что нельзя было оставлять с одного дня на другой, а если оставляли это заводились черви, это портилось, то есть каждый день человек идет спать.
и ничего для еды нет. Гемара говорит на это, у кого есть хлеб, есть на сегодня, он спрашивает, а что я буду есть завтра? Так у него арейзе миктанеямана, у него вера маленькая. Это конечно, большой уровень, то, что Гемара тут говорит. Но это был путь воспитания их в пустыне. Каждый день жить сегодняшним днем. Бог, который пошлет день, пошлет и питание. А вою мои машищи будет шестой день. Вейхину приготовит это, что я вижу, что они принесут. Вою мишне будет двойное, а шоикуту ем-ем, что собирает каждый день. Пятницу Бог посылает на два дня. Что это означает? Это означает, что Бог посылает перед субботой на субботу. Сам вот этот уровень очень, очень высокий, который их воспитывали, каждый день жить сегодняшним днем. Им показывали, тоже интересно, что были люди, которые старались собрать больше, собирали меньше, а в конце концов выходило на каждого то же самое. Умер на душу. Как говорят, после усушки и утряски выходило то же самое. То есть, есть человек то, что он должен делать, то, что мы привыкли называть «иштадрут» – старание, а есть то, что выходит из этого. Это стараться, это обязанность, но надо знать, что есть руководство Бога. Мы, и у нас просто есть обязанность делать. Сколько делать? Тоже это интересно. У каждого человека разные уровни, у каждого что он должен стараться делать по его уровню. Во имя Мейши Варон, сказал Моше Аарона, Обнакобна Исраил, ко всем сынам Израиля, эра вечером, вы и датам будете знать, с кеадино идти эсхэм и эра с Митроим, что Бог вывел вас из земли египетской. Не мы. В предыдущей фразе они сказали, почему вы нас вывели. Они говорят, вечером вы узнаете, не мы, Бог вас вывел, не мы. Увекер, а утром у Раисом увидите, эсквей дадиной почет Бога, бешом и эстхоной сеха, услышит ваши претензии о ладиной на Бога. Венахну, а мы кто? Кисалину, орину, что вывели на нас спор. Кто мы такие? Мы всего-навсего, Моше и Аарон говорят про себя, мы только посланники Бога. А, что мы? Кто мы? Моей маме сейчас сказал, так тут написано, как Бог послал им мясо вечером, а хлеб утром. Так будем читать дальше про ман. Я читаю 13-е предложение. Во его эре было вечером, батала слов, поднялся слов. Это такая жирная птица, привыкли переводить с перепела. Ватхаса самахне, покрыла лагерь. У Вабокера утром, и суших вас атал, свой тал, росы, свой ромах, на вокруг лагеря. Ватал поднялась, ших вас атал, атал, свой росы, вины, вот алпны амидбар, над пустыней, на поверхности пустыни, так, тонкая, мухуспас, открыто, так, как фер, тонкий, как слой льда, а орос на земле. Ваиру вивны и строил, ваиму сказали еще лох, и в один другому мону, это мон. Бог приготовил еду, кирьёд, они не знали мау. Во имя Мейша Алея, Мейш сказал ему орехам, тот хлеб, а шанос на иной лохем роохо. Бог дал вам есть. И это то, что Бог велел. Соберите от него, каждый по своей еде. Это омер на голову.
на голову, на каждого. Сколько тома, знаете? 43,2 яйца по объему. По количеству душ. Человек для того, к своей палатке берите. И евреи так сделали. Собрали, кто-то больше, кто-то меньше. Измерили омером. И тот, кто собрал больше, не было у него больше. А кто меньше, не было меньше. Каждый собрал, соответственно, его еде по количеству душ. И Мейша сказал им, чтобы человек не оставлял до утра. Они не слышали Мейша, и были люди, которые оставили до утра. Так завелись черви, испортилось. Мейша на них сердился. То есть это интересное воспитание. Жить сегодняшним днем. Кроме в шаббат, Бог посылает пятницу, на пятницу и на шаббат. Две порции. И в пятницу готовит на шаббат. А так каждый день жить сегодняшним днем. Тут мы останавливаемся.